Я вам расскажу сказку про хомяка Шустрика, который жил в шикарном доме. Ой, телек посмотрю. Не-не-не, что-то на диване уже не хочет сидеть. Пойду-ка я в другую комнату какую-то. О, пойду-ка я в спальню. Не, на кухню, точно, на кухню. Пошел-ка я. Ой, так на кухоньке кушать сразу захотелось, а. Так, надо как-то еду тут себе сделать. Вот это как-то сейчас открою, открывай. Так, открыл, так что тут взять можно. Вот так умой сначала, герби даже надо помыть. Так, что я хотела? Вот тут что-то хотел, по-моему. О, клубника. Возьму-ка я себе клубнику, ой. Вкусная клубника-то какая. Ой, там тоже что-то есть. Пошел я в спальню, а то уже надоел. И хомячок побежал в спальню. Так, что-то у нас есть. Календарь, тут сколько, какое сегодня число. О, телефон позвонил. Так, алло, не отвечает, странные какие-то. Ой, что это? Показалось. Так, телефон позвонил. О, зеркало, я еще не посмотрел. Так, что тут у нас? В какой кровати поспать? На этой, может быть? О, расчесу волосы. Ой, бум. Так, ладно, все, пошел я в зверовудскую комнату для животных. О, тут как покрасивее-то. Вот, красота. Так. О, пройду-ка я через мостик. Это ведь мостик? Так, все, пошел. Ну, Соня, сейчас я вам скажу такую историю. Я побывал в доме энчантимуса, Соня взяла меня и выгнала. А теперь мне вот тут придется место для жилья искать. Какой-то бардак, ужас какой. Соня тут вообще, по-моему, не убирает. Помывайся-ка я. Меня она выгнала из этого дома, из-за того, что я там поломал чуть-чуть что-то там. Ну ладно, все, давайте до новой... ух ты, буду жить тут. А это вы увидите во второй. Ням-н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 ям-